Так что, друзья, вот так. Чикаго, ночное. У нас 4 утра, начало 5. Проедемся немножко по этому городу, который никогда не спит. Как и все большие города, да? Чё там? Москва, Киев, Питер, наверное, все такие города, которые большие. Вот. Они никогда не спят. Я сегодня выехала в 2 часа. 2 часа ночи. Опять где-то возле 4. Так мне захотелось, короче. Захотелось так спать, капец. Но я же музон врубила. Музончик включила, послушала. Вот что такое. Вот когда 4 утра начинается, вот этот перелом с дня, с утра на такое, с ночи на утро, да? Вот и такая запарка получается. Спать охота. Так что, такие вот делишки, друзья. Пятница, домой сегодня, все. Вчера вечером такой ливень был, я остановилась на ночь возле... Ну, это была Индиана. Индиана. Я остановилась на ночку. Ливень, я пошла помыться. Капец, какую линию. Это хорошо, что я курточку одела. И надо будет бросить себе амбрелла в машину, потому что, ну, этот зонтик, да, потому что, ну, реально, сейчас уже, наверное, сезон дождей начинается, и это важная вещь иметь в машине. Потом, хотя и дождик так немножко успокоился, я уже пришла в кабину. Мне так захотелось мороженое с кофе. Я люблю пить мороженое, есть мороженое с кофе. Ну, думаю, уже поздно, уже, ну как поздно, тогда я остановилась здесь, было где-то 2, пока мисс там помылась, пришла где-то, наверное, начало 4, все равно думаю, сейчас я кофе как выпью, не буду спать. А потом додумала, думаю, их же есть такое, без кофеина кофе, декаф. Ну, я взяла себе декаф, такие вкусные, кстати, мороженка. Полила себе таким шоколадиком горячим и орешки. Ой, какая вкуснятинка. Так захотелось мне вчера мороженое, друзья. Ну, не знаю, что, холодно же на улице было, но все равно. Ну, что, себе отказывать нельзя, правильно? Поэтому я, короче, его навернула, это мороженка. Кто-то скажет, на ночь нехорошо, калорий много. Ну да, ничего страшного. Один раз живем на свете. Худые умирают, толстые умирают, не поймешь, да? Все так борются за здоровый образ жизни, и не поймешь, человек, который не пьет, не курит, умирает от рака точно так же, как и тот, что пьет и курит, он только тот, что пьет и курит, он дольше живет иногда. Я не знаю, не поймешь, да, вот честно сказать, что за система. Вот. Бегают люди и умирают от этого heart attack, да, это как сказать, от сердца проблемы, да, сердце. Вроде бы здоровый образ жизни человек ведет, все равно что-то. Смерть найдет причину, да. Ну, короче, вот так вот, друзья, так что я сказала, пойду я наверну мороженое. Ну, и, ну, короче, нормально потом. Загрузила пару видосиков. Вот. Бесплатный интернет в этом Макдональдсе. Там никого нету, потому что... Да нас там в Макдональдсе вообще, честно сказать, всегда никого нету. Там зайдет, люди обычно заезжают, берут там что надо, а заходят так, один-два человека, да. Ну, я, короче, так сижу там себе, кофеек пью, загружаю видосики, там что-то смотрю на Ютубе. И подходит так... Я чувствую, что кто-то меня по плечу так, ну, на плечо руку положил. Я оборачиваюсь, какая-то, ну, женщина. Ну, может, моих годов, может, немножко моложе. Я говорю, извиняюсь, говорю, вам что-то надо? Она говорит, мне нужно позвонить, говорит, ты не можешь мне дать телефон позвонить?
Я говорю, ну смотри, говорю, чтобы не так, что дай позвонить, а ты сейчас как уйдешь, и ни телефона, ни тебя, знаешь. Я говорю, садись здесь и звони куда надо там. Ей надо, короче, было позвонить. Какой-то мужик ее должен был забрать. Вот. А он не приехал, ее не забрал. Но она такая женщина, какая-то, видно, какого-то такого немножко легкого поведения, да. Ну так вот, по мимике лица, по всему так видно. Это жалко таких людей, честно сказать. Вот. И она вот сидит такая расстроенная, плачет почти. Я говорю, ну извини, говорю. Она говорит, ты не можешь меня подвезти? Я говорю, я не могу, я на машине большой. Я говорю, куда, у меня часы уже закончились? Я говорю, да я вообще говорю, я человек такой, боюсь, говорю, сейчас в жизни надо осторожно, говорю, поможешь, и потом еще проблемы будут. Вот, она говорит, да, я понимаю тебя. Я говорю, ну да, я не смогла бы, даже если бы своей машиной. Вот. Ну, короче, она так, ну, опять говорит, можно позвонить. Говорит, да звони, говорю, только здесь сиди, никуда не иди. Ну, она, короче, звонит, мужик не берет трубку. Ну, короче, она посидела, пошла. Вот. Ну, как-то не знаю. Когда это, вот, этот человек меня впечатлил, в каком смысле? Вы знаете, я, наверное, благодарна Богу, что все-таки в жизни, вот, у меня, вот, я себя беру, иногда там что-то хнычешь, да, там что-то в жизни, да, получается, или какие-то маленькие заморочки, да, и мы, вот я себя беру, ропщешь на жизнь, да, ну, это, наверное, грех. Посмотришь на таких людей, которые скитаются, да, просто скитаются, потерянные люди, и понимаешь, что твоя жизнь не насколько плоха, да, вот, так, вот в таком плане я хочу выразиться, да, вот. Это какой-то для меня вчера был урок маленький. Вот. А так, в основном, я пошла в кабину после и видосиков немножко посмотрела, там пару штучек. И что-то так меня на сон потянуло. Но я же вчера рано встала, где-то час ночи, получается, целый день. А вчера, когда закрывала свое время здесь на компьютере, мне показалось, что я проехала 563 майла. Это много за день? Это хорошо. Вот. Я уже так не доезжала, вчера мне оставалось там полтора часа. Я думаю, не, я не буду. Ой, какой лихач погнал. Я не буду. Ну я в Чикаго опять-таки. Поэтому лихачей здесь очень много. А я себе подумала, я не буду так доезжаться до последнего момента, чтобы потом не знать, найдешь парковку или нет. Я съехала. Оставалось нормально. Вот. Короче, все, если пройдет хорошо сегодня, то я где-то после двух буду дома. После двух часов. Если все даст Бог, будет хорошо. Вот. Да, и буду выходные дома. Такие-то делишки, друзья. Ну чё, я еще вот завтра там буду дома, может, что-то поснимаю. Ну, пока, наверное, говорю вам до свидания. Спасибо за просмотр и что вы со мной. Вот. Надо будет в Ютубе там порыться что-то, потому что-то там не то, мне кажется. Я видео выставляю, и практически не видно нигде, да? Я не знаю, или там они у меня стоят на стройке, что они закрытые. In 1 mile, take exit 345P on the right to I-80 West. Короче, надо будет все проглядеть, посмотреть, что там такое, да? Я такой блогер непрофессиональный. Только свои люди знают, там, что у меня есть YouTube и все, да? Вот, ну короче так. Всем спасибо, всем хороших выходных. Все, пусть всегда у вас будет хорошо, да благословит вас Бог и хранит вас на дорогах жизни. И до новых встреч, друзья. Спасибо за субтитры.